Его отправили целым, а он пришел не целый. Хорошо, а почему вам запаковывали просто в пленку его? Человек его запаковал своей пленкой. Ему сказали на почте, на том отделении, куда он отправлял, этого достаточно. Ну, сами понимаете, что при транспортировке она могла просто как бы... Ну, вот так вот, вещи. вот так вот, до мяса. Раз, два царапина, три, четыре. Я вижу, что здесь. Да, вот. Вижу так же самое, что она упакована как бы несоответствующе. Ну а как его приняли несоответствующе? Ну это тот, кто принимал тоже. Он должен был запаковать его хотя бы картоном вернуть. Ну что мне делать? Отправите назад. Я не хочу его забирать в таком состоянии. Вы можете его не забирать. А что это? Вы просто откажетесь и все. Так мы ему деньги заплатили этому, который отправлял. И небольшие 3000. Ну, я понимаю прекрасно. Но вы понимаете, что человек, который отправлял... Не выключай. Человек, который отправлял, он должен был его запаковать. И там, где принимали... Он его запаковал, он своей пленкой. И там, где принимали, должны были обвернуть его. Не, значит, это вина почты, правильно, что она его не обвернула? Он, вот этой пленкой, он сказал, запаковали Укрпочта. Он за нее заплатил еще 6 гривен, за эту пленку. Я не знаю, где он запаковал, но я вам даже сейчас могу сказать, что если бы ко мне пришли подправлять, мы в любом случае бы картоном хотя бы обвернули. Или пупырчатой пленкой, хорошо. Ну, что мне делать? Я деньги не верну. Я понимаю. Это вам либо созваниваться с клиентом нужно. Почему я с ним только что разговаривал. Он сказал, что его замотали в вот эту пленку сотрудники Укрпочты. Ну а там они ничего ему больше не предлагали, потому что, ну, как бы, это не надо. Ну, я же не знаю. Потому что они должны были соответствующе упаковать его. Ну, упаковали, вот как упаковали. Ну я же говорю, это вам... В этом же нету моей вины, правильно? Вашей нету. Я заплатил, человек тоже заплатил за доставку. Девушка, вы меня снимаете? Нет, она мужа. Она меня снимает. Вас мы тоже имеем право снимать. Ну, я вообще не хочу, чтобы вы меня снимали. Нет, тут никак. Хочу, не хочу. Вы на работе, у меня проблема. Я решаю проблему. Но я вам тоже объясняю, что человек, который отправлял, и у него на почте должны были соответственно принять и запаковать ее. Мы сейчас делаем? Ваше предложение. Как нам быть в этой ситуации? Я же говорю, это единственное. Но с моей стороны, как бы, при транспортировке... Как бы, а мы можем претензии предъявить почте, которая там отправляла? Там, да. Потому что они не соответствующе упаковали. Тот, кто принимал у вас, они должны были ее запаковать так, чтобы она при транспортировке не повредилась. Просто мы действительно хотя бы могли ее... Не, ну это не транспортировка, вы сами видите, что это... Я вижу. Тут такие царапины. Я вижу, что капец. Здесь очень сильные царапины. А вот с этой стороны вообще ее на углу, и вот, гляньте, посмотрите, просто выдран кусок. Вот. Ну, да. Мы просто снимаем, чтобы показать этому человеку, который там нам отправил. Понимаю. Понимаете, это 3000, которые я он нам понимаю, не хочет возвращать. Очень много. Просто, ну, действительно, тогда он, ну, отправлял, он должен был... Вернее, даже не он, а тот, кто принимал у него, должны были соответствующие... Я первый раз вижу такую упаковку. Я не знаю, что это за упаковка. Это домой донести, да, вот в почту. Если бы к нам бы пришли, или бы хотя бы картон бы запаковали. Как бы у нас есть и бэушные, как бы, коробки, которые, ну, хотя бы так, как бы.